Еще почти на пятилетку до 1 января 2018 года продлен срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ. Такое решение приняли депутаты Государственной Думы, хотя ранее разговоры шли о продлении работы фонда до июля 2017 года. Напомню, фонд создан в форме государственной корпорации и предоставляет основную финансовую поддержку субъектов и муниципальных образований, в том числе при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов и переселении людей из аварийного жилья. К примеру, в Ноябрьске за последние годы большинство домов отремонтировано было именно при поддержке этого фонда.